Собрался я в Мукачево, в командировочку. Сижу я в чудо-вагоне. Девочку надо. Ты что не працюй, зараз він выйдет. Тут три полки. Вообще. Три полочки. Вот эта вот хрень раздвигается, короче, и вот еще такая становится. Я еще в таком чуде никогда не ездил. И сверху, соответственно, вообще там под потолком так все тесно. Капец, воняет, блин, каким-то потом скисшим, блин. Вообще как-то непонятно. Короче, вот так вот в Мукачево ездит.